Всем привет! Добро пожаловать на наш канал Лейля и Силь. Сегодня нам постучались в дверь и подарили вот такие вот сюрпризики. Это часы и вот такие вот сумочки. Внутри помады, там все, косметика. Давайте уже открывать. Я первый. Давайте заплатил. Посмотрим. Да. Сумочки у вас похожи, только цвета разные. Да. Давай посмотрим, какая там внутри косметика. Да. Вот так. Бусики. Одевайте, посмотрим. Лели, попробуй мои бусы. Как попробовать? Не знаю. Одень, Лели, тебе по цвет. Ой, Силь, ты зачем ешь бусы? Они сладкие. Правда? Правда, да, Силь? Лели, твои тоже сладкие? О! Что, это конфеты? Да. Как интересно, это бусы-конфеты. Угу. Этот цветочек тоже съедобный? Угу. Ну-ка, попробуй, Лелиш. Ой, да зачем? Твердый. Ой, откусила. Ну, одень. Одень, будь в них. Посмотрим, что там еще из косметики у вас есть. У меня есть браслет. Браслетик, дай покажу. Он не съедобный. Он не съедобный. Ну и хорошо, наверное, да? Что-то останется на память. Три сердечка, тут три сердечка. Ну, одень. Четыре. Асель, а у тебя есть что-то там еще? А, тоже есть браслетик, покажи нам. Вот такой браслетик. Еще какой-то, наверное, лак. Не знаю, что. Может, это пудра для глаз? Покажи нам. Ну-ка, Асель. А, Лили, ты пудру для глаз тоже решила? Пудра для глаз. Тени, да, пленка. Наверное? Нет, она съедобная. Тоже съедобная? Пленка. Покажи поближе. У меня пленка, мам. Она, наверное, как сахар. Да. Вот сахар. Тебе и косметика. Интересно, а помада тоже съедобная? Интересно. Там еще помаду я вижу у вас. Да. Ну-ка, да, посмотрим. Мам, рассыпалась? Давай я тебе дам какую-нибудь тарелочку. Положи сюда. Мам. Помажь. Что тут? А ты попробуй. Это какой-то чупа-чупс, а не помада, да? Ну все, всю косметику придется съесть, да? Да, только браслет остался. А сумочки какие красивые, да? Я вкусила помаду. Hello Kitty, да? А у тебя что? Тоже Hello Kitty? Mm-hmm. Нет, у тебя брат. У тебя брат. Смотри, здесь ремешок есть. Можно носить как сумочку. Да. Да. В общем, будете сегодня пить чай с косметикой. Давайте. Такого мы еще не ели, да? Ну, давайте распакуем ваши часы, да? Покажите, какие часы у вас. У Асель такие. Это кто у нас? Принцесса, да? Покажи-ка. А у Лелишки, Лели, покажи. Микки Маус. Микки Маус. Как раз как твой шарик, да? Да. Мы говорим, Лели. Давай-ка. Асель, бери ножнички, посмотрим, что за часики такие красивые у вас. О, покажи. Сейчас откроем, посмотрим, Лелишина. Электронные часы? Да. Покажи, покажи. Ну. А, сюда, наверное, надо поставить. А, вот здесь можно нажимать и ставить время, да? Угу. Что-то там еще есть? Давай посмотрим. Смотри, здесь на картинке нарисовано, что у них есть какой-то секрет у этих часов. Смотри, на одной картинке написано, что они могут показывать время, а на другой картинке написано, что там есть какой-то сладкий сюрприз. И где же он? Не открывается. Угу, Асель, посмотрим, как у тебя. Наверное, не хочется, но у меня конфету ела. Наверное. Покажи, Асель, что у тебя там. А, зеркальце? Да? А тут конфет. Мама, только нужно время правильно. Смотри, здесь часы. Открываешь, а там должно быть что-то вкусненькое. Давай посмотрим в упаковочке. Мам. Вы хорошо посмотрели свою упаковочку? Упаковочку?
Там, может быть, что-то осталось? Там что-то осталось, кажется. Не сразу заметили. Думали, это просто для красоты, да? Да. Как вот эти штучки? Вот, что же ты там нашла, Сель? Покажи нам. Все-таки там был какой-то сюрприз, да? Я думаю, это конфеты. Как раз а те конфетки, которые... Я думаю, их можно насыпать вот сюда. Открой, возьми ножнички, открой и насыпь. О, их так много. На. Высыпь блюдечко, а потом... Они очень похожи. У тебя тоже люди? Которые были на этих... На этих только они поменьше. Как на бусах похожи, да? Да. Можно их сюда вот так, и вот когда будешь открывать, то тут время будет показывать. Угу. И все такое. Давайте. Я уже открыла. Так вот. И попробую одну какую-нибудь. Давай, одевай. Еще часы подберу запас. Давай, одену часы. А остальные я съем. Я так и знала. Потом открывать, чтобы часы были, а потом так открыть, и чтобы были конфетки. Это вкусненько. О, Айси. Помада, которую можно кушать. Это же мечта, да, Айси? Намазали помаду. Покажите ваши часики. Сами модными ходим. С сюрпризом. Можно и время посмотреть, и покушать, и помаду намазать. Интересно, что там? Как вам украшения? Лилиш, тебе понравились такие украшения? Да. Класс? Мы даже не знали, что они съедобные. А часы это вообще класс. Да, если вам понравились такие украшения, ставьте лайки. Не забывайте комментировать наше видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.